открывает счет в этом матче. Но у нас еще около минуты. Монреаль проведет в большинстве. Но, правда, сейчас вынужден обороняться. И шайба от Кэри Прайса. Отскакивает ворота после прострела вдоль лицевой линии. И это при том, что Монреаль играл в большинстве. Да. Витали, получается, он еще одну шайбу Монреаля забивает, да? Он забил в самом первом матче, и он забивает в последнем. Рэнди Каниворт не совсем понимает, что же именно там такого произошло. А вот этот момент, когда шайба от конька игрока отлетает в ворота. After review, the decision on the ice stands, it's a good goal. Да, время.